Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я буду печь сахарные плюшки. Для приготовления плюшек нам потребуется 1 стакан теплого молока, 450 грамм просеянной муки, сухие дрожжи 3 грамма, растопленное сливочное масло 70 грамм, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара и щепотка соли. Это для теста. А для начинки нам потребуется половина стакана сахара и 50 грамм сливочного масла, которое тоже нужно немножко растопить. Готовим тесто. В большую миску я выливаю стакан молока теплого. Добавляю сюда 3 грамма сухих дрожжей. Высыпаем сюда сахар, 2 столовые ложки. Все хорошенько перемешиваем. Дрожжи полностью растворились. И добавляем сюда 2 яйца. Добавляем сюда растопленное сливочное масло. Перемешиваем. И начинаем добавлять муку. Сразу помешиваем, добавляем частями муку. Не забываем добавить в тесто щепотку соли и добавляем оставшуюся муку. И уже продолжим замешивать руками. Замешиваем тесто минут 7, чтобы оно стало у нас очень эластичным и однородным. И оставим тесто постоять. Накроем или пленкой, или полотенчиком и поставим в какое-то теплое место на 1,5 часа. Я поставлю его к батарее. И вот прошел 1 час, даже чуть больше. Посмотрите, как поднялось мое тесто. Сейчас мы его выкладываем на коврик. Так, немножечко сделаем обминочку. Так, такое мягкое, эластичное. Сейчас я разделю тесто пополам. И из каждой части я сделаю вот такие рулеты. А сейчас каждый рулет мы разделим на 8 кусочков. Так, половинка, половинка. Еще половинка, еще. Так, и каждую часть скатываем в шарик. Так вот.
сейчас из этой части также. И также каждую часть, каждый кусочек скручиваем в шарик. Вот так у меня получилось 16 шариков. Сейчас будем из каждого шарика формировать плюшку. Берем один шарик, разминаем его. Можно руками, можно скалкой. Получился такой блинчик, который мы смазываем разогретым, растопленным сливочным маслом. И посыпаем ложкой сахара чайной. Затем этот блинчик сворачиваем в рулетик. Так вот. Вот так вот свернули. Сгибаем его пополам. Вот так. Здесь можно немножко придавить. И разрезаем его опять пополам, но не до конца. А вот так. Разрезали и разгибаем. Разворачиваем. И у нас получается вот такая вот плюшечка. Вот такая. И выкладываем ее на противень, смазанный маслом растительным. И так поступаем с каждым шариком. Разминаем. Или скалкой. Смазываем маслом сливочным. Можно и растительным, кстати. И посыпаем сахаром. Сворачиваем в рулетик. Рулетик пополам. И разрезаем, но не до конца. Так. Вот и пожалуйста. Убираем на противень. Так, вот что у меня получилось. Выкладывайте на расстоянии друг от друга, потому что они увеличиваются в объеме. Я их поворачивала так, 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 чтобы им было свободнее. Перед тем, как поставить их в духовку, которая у меня разогревается до 180 градусов, смажем плюшечки яйцом. Вот так вот смазала все плюшки. А сейчас посыпем их оставшимся сахаром. Чтобы они были уж совсем сахарные и вкусные. Вот и все, все посыпала. Плюшечки постоят минут 5. И я их поставлю в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Итак, вот наконец-то готовы наши плюшки. Какие они красивые, румяные и мягкие. А сейчас давайте посмотрим, что они представляют из себя внутри. Так, они немножко подостыли. Хорошо пропеклись. Сверху румяные, сахарные, хрустящие корочка. А внутри очень нежные и мягкие. Я всем желаю приятного аппетита, кто будет печь такие сахарные плюшки. Всего вам доброго. С вами была Галина.